Итак, всем огромный привет. И давайте, вот я просто записал один раз видеоролик, но просто взял и потерял флешку. Давайте еще раз запишу по поводу мечты, так скажем, миллионов, там, миллиардов. Это своя гостиница в городе Сочи, да? Как все рассуждают, что купят гостиницу и будут на этом зарабатывать очень-очень-очень много денег, да? Просто можно уже ничего не делать, жизнь удалась. На самом деле у меня есть очень много знакомых, которые владели гостиницами, которые сейчас продают гостиницы, да, у меня этих гостиниц на продажу, наверное, штук 10 есть, если не больше. Это частные дома гостевые и тому подобное. Давайте все-таки, наверное, все-таки рассмотрим, да, что такое бизнес, это гостиница. Ну, прежде всего, когда вы покупаете себе частную гостиницу, да, или просто гостиницу, или гостевой дом, вы сразу попадаете, как минимум, да, чем дороже гостиница, тем попадаете на большие, так скажем, неприятности. В том плане, что вас начинают тыркать, начиная от пожарника и заканчивая там санэпидстанцией, участковой, налоговой и так далее. Почему? Да потому что, если, например, брать пример участкового, то обязательно соседи будут всегда обязательно и без повода и с поводом будут вызывать, там якобы вас кто-то пьет, якобы кто-то там гуляет, либо кто-то громко разговаривает. К этому надо привыкнуть, да? Потому что, как правило, эти гостиницы находятся рядышком с простыми домами, и даже с участкового будет понимать, что соседи неправы, которые вызвали, все равно он будет выполнять свою работу, он будет на вас там писать, там, не знаю, там, какую-то объяснительную, еще что-нибудь, ну, вот в таком духе все. Потом, соответственно, пожарники. Пожарники тоже хотят кушать, они будут, соответственно, всеми силами, не силами, всевозможно делать проверки, плановые, неплановые, и так далее, и так далее, и так далее. То же самое там санэпидстанция, то же самое налоговая, в общем, очень много нахлебников, которые готовы будут вас поиметь. Да, именно поиметь, ну, можно еще сказать, жестоко поиметь. Бизнес, так скажем, если вы взяли гостиницу где-нибудь в центральном районе, то вполне возможно, что она будет вам приносить прибыль круглогодично. Если где-нибудь взяли там в Эмеретинке, там в Лоу, там еще где-нибудь в Лоу, да, то, скорее всего, это только летом и все. Только летом нужно будет брать, но опять же нужно настраиваться то, что вам будет каждый, кому не лень, будет мешать. Если мы берем Эмеретинку, то там есть хорошие конкуренты. Вот, например, сейчас на данный момент у меня два гостя живут целый месяц с Екатеринбурга, да, и они за все это время за проживание вместе с завтраками заплатили на двоих 10 800, чтобы вы понимали. Они живут в Сочи парке за 10 800 рублей. Сможете ли вы в своем гостевом доме так разместить? Я думаю, что не сможете. Потому что они, наверное, проедят больше, чем проживут. Ну, какие-то там есть маркетинговые шаги, какие-то есть компенсации. Не знаю, с чем это связано. Может быть, другой заплатил дороже. Ну, примерно это выглядит вот так вот. Так вот, в межсезонье там сдать вам, так скажем, этот гостевой дом, скорее всего, не получится. Потому что в межсезонье все равно люди пытаются экономить. Они хотят себе готовить еду. Как правило, эти гостевые дома без кухни, либо есть кухня общая. Как правило, она находится на улице, поэтому она для зимы не предназначена. Если посмотреть, у нас эмеретинские, так скажем, гостиницы, то они почти все, там 96%, официальная статистика, они на зиму законсервированы, кроме Нового года. Потому что проще законсервировать, чем содержать весь персонал. Опять же, когда вы становитесь владельцем гостиницы, вы, соответственно, становитесь ответственным за тех или иных, это как минимум там садовник, это как минимум там, не знаю, там уборщик, как минимум это уборщица, как минимум это еще что-то в таком духе. Поэтому, в общем, и тяжело вам будет договориться вот именно с частными гостиницами, чтобы к вам народ шел работать, потому что они больше будут давать предпочтение той сфере, где можно работать круглогодично, понимаете? Вот, например, у нас, которые есть отели, да, всякие Хаят и так далее, они, у них зарплата даже официальная, у них все перечисления происходят на Сбербанк, поэтому вы себе не сможете позволить такое удовольствие, чтобы всех сотрудников официально оформить. А это все равно тоже будет трудовая инспекция, само собой, какая-нибудь недовольная там женщина у вас поработает, поймет, что там как-то непонятно с ней поступили, какая-то будет в любом случае, да, накричали, не дай бог, или еще что-нибудь.
уволили ее, потому что она бездельничала, она будет вам в трудовую инспекцию писать, вас будет вызывать, дергать, штрафы, само собой, да, если вы там как физик, это одно, если как вам придется все-таки взять и сделать как минимум ИП, это уже штрафы немножко другие идут, да, если, о, это еще хуже будет, в общем, вот примерно это выглядит вот так вот. Но все равно многих это не пугает, все-таки все, думаю, надеются, что все-таки возьмут и будут на этом как бы жить, все. Мы считали с Антоном, да, с Best недвижимости, ни одна гостиница не приносит такой доход за год или за два, чтобы можно построить вторую такую же гостиницу. Поэтому он, извиняюсь сразу перед Антоном, что я открываю некоторые его секреты, ну, хотя не секрет, он тоже об этом говорит прямо и как бы... Поэтому он этот бизнес продал и лучше предпочитает этими деньгами заниматься инвестициями, покупает там или те или иные объекты и потом просто их там перепродавать. Гораздо проще, гораздо выгоднее, гораздо безопаснее, гораздо интереснее. Так вот, какая же есть альтернатива, да, если все-таки у нас человек хочет купить какой-то бизнес и ничего не делать, пальцы не ударять, но чтобы доход был. Это у нас покупка, к примеру, апартаментов, да, в каких-нибудь комплексах. Ну, к примеру, возьмем апартаменты, например, в Меридиане, да, там есть управляющая компания, которая берет, за вас сдает, за вас ищет клиентов, за вас там все это убирает, собирает и все. Вы только с ними подписываете агентский договор, и, соответственно, по агентскому договору они вам платят определенную сумму денег, да, из тех денег, которые им поступили от клиентов. Есть, например, такая же система будет в апартаментном комплексе, который называется Покровский, да, это бывший санаторий Москва. Хорошее, классное место, вы точно в этом месте не сможете квартиру купить до 100 миллионов, 100%, ну, не квартиру, а я имею в виду гостевой дом, до 100 миллионов, можно даже там не смотреть на Коротком проспекте. Но, соответственно, вы можете купить, например, на сумму, там, к примеру, у вас там есть там 30 миллионов, вы можете купить 10 апартаментов, которые будут работать на вас, за вас будут искать клиентов, за вас будут размещать, за вас будут убирать, и там, получается, можно как бы выйти на пассивный доход. Таких вариантов на самом деле очень много, да, в Artlight City то же самое будет, управляющая компания, которая будет этим всем заниматься за определенный процент, который вы будете платить, да, вы будете платить именно вот этим людям. Забыл сказать, чтобы для того, чтобы содержать гостиницу, также нужно давать рекламу. Если это привезет таксист, это таксисту нужно отдавать определенную сумму денег. Если вы там, не знаю, там должны размещать объявления, там, не знаю, там найдете там всевозможные ресурсы, опять же, все это платное, потому что понимают, что на этом зарабатывают. Ну вот, поэтому, как бы, когда человек ко мне обращается, там, нет, хочу 20 миллионов, хочу там свой бизнес, гостевой дом, да нет, гостевой дом хороший получится, ну, не получится, это вы возьмете где-нибудь на отшибе, скорее всего. Если у нас простые дома стоят 20 миллионов, да, о чем там можно говорить? Да ни о чем. И еще раз говорю, у нас на редкость не успевает строиться объект, там появляется откуда-то администрация и начинает смотреть все, что, как, ну, такие вот, как стервятники. То же самое это касается и гостиничного бизнеса, потому что, я скажу честно, я смотрел, вот, например, выступление нашего мэра, уже нашего, да, сочинского, который отмечал, что как бы казна пополняется от всего бизнеса всего лишь на 8%. Все остальное оседает, вот эти все непонятные какие-то телодвижения. И, конечно, они сейчас, скорее всего, поставят задачу, чтобы найти, чтобы можно было налоги с вас собирать и налоги, чтобы оседали в городе Сочи, да? Ну, это, в принципе, с одной стороны, это нормально. Что еще хочется сказать? По большому счету, многие из вас думают, что я возьму гостиницу, возьму управляющего, но я могу сказать, это миф, это заблуждение. Хороших управляющих здесь, говорю, можно пересчитать на пальцах, и эти управляющие в основном работают, хороший управляющий, он работает в каких-нибудь крупных, у крупных сетевиков. Если же управляющий плохой, то и он вам не нужен, потому что он вам доход не принесет. Вот, это вот основное, что я хотел сказать, очень коротко, близко, да, и все. Так давайте все-таки приведем, да, пример, альтернативу гостевому дому. Вот я сейчас отправил, например, гостевой дом, да, на сколько там, на 10 номеров, которые находятся у нас в районе Новой Сочи. Этот гостиничный комплекс стоит 68 миллионов рублей. Соответственно, про окупаемость я молчу. Там, конечно, спрашивают, а сколько приносит она в день? Ну, в идеальном отношении она приносит 30 тысяч в день. В идеальном.
Но с этих 30 тысяч вы отнимите все зарплаты, все налоги, все это. И в итоге сумма получается не такая, которая хотелось бы. Когда управляющая компания берет на себя, например, в тех же самых апартаментных комплексах, там гораздо проще. Там доход пускай будет чуть меньше, но вы спите спокойно, и вы на это не отвлекаетесь. Это у вас реально получается пассивный доход. Пассивный. Но чуть меньше, чем хотелось бы, но пассивный. И опять же, я могу сказать, что в межсезонье, да, пытаются очень жестко там демпинг делать по цене, и в итоге, говорю, вот я, например, в Адлере могу разместить людей по 500 рублей, по 400 рублей за номер, понимаете, вот такие вот цены. Если, например, учесть, что, например, если на 2 дня остановились и уборка номера только, вот, например, нормально привести в порядок, я даю в среднем 1500-2000, да, за квартиру, даже 1000 рублей, там получается, что в минус себе. Ну, либо вы превращаетесь в прачку и начинаете за всеми все убирать, стирать и так далее. Опять же, особенность посуточной сдачи – это то, что в большинстве случаев туристы ведут себя, ну, не совсем хорошо. Они живут как таксист на арендованной машине, да? Они живут и отрываются, как будто они живут последний день своей жизни. И, конечно, 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 вам нужно настроиться, что раз в 3 месяца придется делать ремонт, потому что если у вас будет... как бы сказать, не совсем, так скажем, опрятные, хорошие номера, то, скорее всего, к вам не пойдут, да, особенно тогда, когда нету такого пика, да, июля, августа и сентября. Ну, опять же, я не отговариваю, просто не хочу на себя брать ответственность, например, продать. У меня, говорю, много гостевых домов, и с большим удовольствием я посмотрел по статистике, гостевые дома продают обычно через год. Год попользовались, через год продают. Почему? Ну, потому что все там нахапаются, насчитаются, и потом понимают, что не то, чего они ожидали. Если реально хочется зарабатывать, то возьмите лучше апартаменты, да, чтобы был человек, который за этим будет смотреть, за это будет ответственное лицо, которое будет делать вам поток, нагружать ваши номера и тому подобное. Самое интересное, что не всегда у всех есть, например, 30 миллионов, ну, например, есть, например, 6 миллионов, да, есть, например, 5 миллионов, есть 7 миллионов. Можно купить один апартамент или два апартамента, и это будет гораздо лучше, чем, не знаю, там, ну, мнимое, ну, многие еще запросы за 8-9 миллионов ищут гостевой дом. Да нет таких домов. Даже обычных домов за 10 миллионов очень тяжело найти. Я, например, для себя сделал вывод, если вдруг случится так, что откуда-то у меня появится, там, не знаю, заработаю, там, или возьму ипотеку 10 миллионов, то я непременно возьму квартиру в Золотом Колосе, лучше 90 квадратов, чем я буду смотреть дома, которые домами назвать сложно. Это так, пародия на дом, понимаете? Поэтому много чего, таких вот факторов, много чего это зависит. И хорошие дома начинаются, ну, хорошие, это в том плане, что качественные, все это от 15 миллионов рублей. Меньше 15 миллионов рублей, на них смотреть страшно. Я для вас их снимаю, конечно, многие говорят, фу-фу-фу-фу, и я вас прекрасно понимаю, понимаете. Я не сомневаюсь, что у вас в родном городе дом гораздо лучше, дом гораздо интересней. Ну, это курортная зона, здесь хорошее место, по большому счету, очень дорого стоит. Я могу привести очень много примеров, когда земля стоит дороже, чем соседний домик. Потому что дом по себе никакой стоимости ничего не представляет. Именно земля стоит здесь. Да, конечно, можно купить у нас где-нибудь там в Голицыно, можно купить еще где-нибудь там подальше, да. Но это не совсем то, что вам хочется от Сочи. Если вам хочется хорошего уединения, все, да, можно купить там в Лермонтово, да, можно купить... в Хадыженске, еще где-нибудь, ну, в таких местах, да, в Краснодарском крае, но существенно сэкономить. Ну, вот примерно так вот хотел я вам до вас донести. В любом случае, нету здесь такого заработка, который бы могли, да, поэтому многие санатории, они разорились, потому что, если посмотреть, там, аренда на землю, еще на что-нибудь, поэтому они и продавали с молотка, потому что они сами себя не вытягивали. Опять же, я повторюсь, очень большая конкуренция, там, спроса с квартирами посуточно, с отелями, которые могут себе позволить, там, непонятно, какие-то низкие цены. Зайдите для интереса в Библиоглобус, посмотрите, какие расценки, просто обалдеете.
И, например, у меня сейчас один клиент приехал, да, мы ему искали квартиру, а он взял сейчас в отеле поселился. Ему в отеле дешевле жить, чем в гостинице. Ну, он один приехал, ну, что там, готовит, да, наверное, не готовит, даром не нужно. Можно приготовить много чего, если есть микроволновка, там, не знаю, можно там разогреть. Благо, живем там в 21 веке, где у нас возможностей очень-очень много. Много продается полуфабрикатов, много того, много всего. Многие, конечно, скажут, да нет, домашняя еда, это круче. Да, конечно, домашняя еда круче. Я сейчас, который в столовую хожу, там реально домашняя еда, реально вкусная. Я вот сегодня поужинал за 119 рублей. Да я на продукты себе потрачу больше. Ел я и рис, капусту тушеную, лепешку и компот. За все я дал 120 рублей. Конечно, можно купить домой капусту, можно купить отдельно рис, можно купить и сухофрукты, сделать компот, но мне кажется, это дороже будет. Хотя могу ошибаться. Ну, примерно это так. Поэтому гостиничный бизнес, это должны брать вот те, у которых есть очень хороший опыт, которые вы там гуру, так скажем. А если у вас нет такого опыта, если не умеете создавать поток, если вы как бы это пока просто видели на картинке, конечно, тогда я вам рекомендую лучше взять апартаменты. Именно апартаменты там, где будет управляющая компания. Если на апартаменты денег не хватает, а хочется взять и иметь пассивный доход, можно лучше купить квартиру. Купили квартиру, к примеру, в жилом комплексе Рио, да, купили квартиру там за 1 700 000, вам управляющая компания ее сдала за 17 тысяч рублей, они там свое возьмут сверху, не переживайте, и вам 17 тысяч рублей каждый раз чистыми капает. Хорошо? Ну, я думаю, хорошо. И при этом вы ни о чем не задумаетесь. При этом, когда квартира сдается в долгосрочную, так скажем, аренду, она меньше, так скажем, загаживается, да, вот такое слово, да, наверное, подобрал. Меньше там ломается всего. Ну, вот примерно это выглядит вот так вот. Поэтому перед тем, как сделать заявку на гостевой дом, перед тем, как примерно там сориентироваться, сразу говорю, если гостевой дом, это ориентир, держите, 25 миллионов плюс. Меньше 25 миллионов ничего нормального не бывает. Многие, как говорю, вы просто посмотрите статистику по продажам. Я сегодня посмотрел все, вот у меня 12 гостиниц, которые на продажу есть. И у них у всех владелец был максимум 2 года, а так обычно год. Почему? Да потому что не оправдывает он себя. Потому что люди походят там в роли, не знаю, там, владельца гостиницы, потом берут это, на это на все забивает. Например, я бы не смог бы, например, прислуживаться, там, например, убирать еще что-нибудь. И опять же, когда вы организовываете свой бизнес в виде гостиницы, если бы у нас бы налогами не душили, если бы у нас не были такие охреневшие пожарники, если не были бы у нас охреневшие у нас те же самые там санпинстанции и так далее, конечно, можно было. А так сейчас каждый год, вы сами понимаете, на хлебников все становится больше, 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 больше и больше. Давайте подведем итог. Своя гостиница, это прежде всего что? Это проблема с кем? С персоналом, это первое. Второе, что у нас самое главное, это санпинстанции и тому подобное, которые непременно будут приходить к вам в гости, и они найдут до чего докопаться. Третье, пожарники, тоже еще те люди, с ними очень тяжело договориться. Четвертое, это у нас трудовая инспекция. Обязательно кто-нибудь нажалуется, и все. Четвертое, ой, пятое уже, это участковые, которые будут приходить и которые будут вам выносить мозг. Ну и опять же, это всевозможные, нужно смотреть проблемы там с электричеством, еще с чем-нибудь. Вот это все нужно устранять. Как правило, это нужно брать дополнительный генератор, да, чтобы вашим клиентам было комфортно. Это постоянно надо держать какого-нибудь охошника, да, такой, то есть, который будет смотреть, чтобы там кондиционеры работали, чтобы там ничего не было сломано, чтобы вода там не подтекала, чтобы вовремя была оперативно решена эта проблема. Ну, примерно это выглядит так. Когда вы берете апартаменты, там свои плюсы есть, да. Вы просто взяли деньги, вложили, и за вас все остальное делают, и вы получаете определенный процент. Все. Все прозрачно, все чисто. В общем, и вся эта главная боль ложится на управляющую компанию. А управляющая компания, как правило, здесь не просто там какую-нибудь там
Это те люди, у которых на короткой ноге с администрацией, у которых есть очень много связей, до которых вам до этих связей еще как бы обрастать, обрастать и обрастать. Ну, примерно это так. А там смотрите сами, если вдруг все равно интересует гостиница, гостиницы есть от 25 миллионов рублей, есть все банные комплексы, много чего есть у меня. В общем, если интересует, с большим удовольствием готов с вами поработать. Ну, давайте 25 миллионов и все. За 10, за 12 я вам ничего нормального не смогу найти, даже показывать не буду, потому что я это уже проходил. В прошлом году у меня приезжала клиентка с Казахстана с папой, которые желали. Тоже на них очень много убил времени, но это просто в холостую. Реально, лучше на 12 миллионов, то лучше купить, не знаю, там, 4 квартиры и как бы даже просто ее запустить на, без участия риэлторов на долгосрочную сдачу, и они вам будут приносить денежки. Ну все, всем пока, с вами был Максим, компания «Элитный Сочи». Пока!